Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, бесплатно забираем сундук. Шины, прыжки. Так, в команде. Всей команде привет. Ой-ой-ой-ой, не тупишем. Вот так оно будет получше. Так, ну что, сундук, ребята. Управление в воздухе, усиленное турбо. И плюс еще результаты. А по результатам мы проиграли, к сожалению. Но я тебе скажу, что не очень большой отрыв. Да, всего лишь где-то в 200 очков. Ну, что ж поделаешь. Ну, проиграли и проиграли. Ничего в этом страшного и постыдного нету. Так, ладно, ребята, я сегодня хочу взять... А что я хочу сегодня взять? Вообще, давай посмотрим. 23 тысячи кубков, ну, в принципе, это все реально сделать. Доехать можно без проблем. По крайней мере, для меня. Я не вижу никаких проблем. Так что давай-ка, наверное... Так, сменим вид нашего гонщика. Ну, почему бы нет? Девочка-шоколадка, скажем так. Ну что, я готов? Ай-яй-яй, передержал. Даже я бы сказал, не то, что передержал, не додержал. Не додержал я, ребята, кнопочку с легонцушки. Давай, родная. Шпарь, 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 шпарь. У нас там конкуренция очень, ребят, большая. Ёпрасы-то, ну как так-то? Ну, ребят, потому что лихач просто перепрыгнул ту яму. И все, а я в нее, как видишь, звезданулся наоборот. Поэтому я потерял очень много скорости. Ладно, попробуем сейчас, может, здесь как-то наверстать у нас получится. Слушай, да, скорее всего, здесь у нас все будет the best. Тем не менее, лихач пришел там каким-то третьим, что ли, вроде бы. Давай попробуем здесь также не оплошать, чтобы все было у нас the best from west. Да, вот именно, ребят, на этих вот подъемах лихачу здесь вот намного проще, ребят, подниматься, потому что... Оу, да меня не только лихач, меня тут... Да не, все нормально, вырвался. А где этот-то? А, вон он. Чеви-киллер, он где-то там разбился, причем на самом старте, по ходу дела. Ну, я уж не знаю, не знаю, ребят. Опа! Вот это я называю, ребят, фартануло. Смотри, как мы с собой крутенько сейчас в данный момент едем. Все, тут уже вне конкуренции. Вот так вот. А этот приехал вторым. И по итогу я первым. Почему у меня тело мужское, блин? А голова женская? Это что за... Что за бред? Так, привет, Рэй. Привет, Дима, привет. Так, ну что, друзья мои, воскресный чемпион. Может быть, мы прокатимся. Воскресный чемпион. Попробуем на байке, а? Получится, как думаешь? Ауч! Да. Может быть, здесь пролетим? Да, здесь получилось. Ну что ты, ну Рейчик, ну зачем? Ай-яй-яй-яй-яй. Из-за вот этих дурацких, ребята, канатных, так сказать, дорожек у меня... О, воу-воу-воу. Не получилось. Посмотрим, кто кого. Да, ролик там что-то хочет, ребята, от нас. Ну, мало ли что она хочет, как говорится. Да мало чего получит. И опять 4 гонки здесь. Ты посмотри. Я думал 3, но нифига, 4. Оу! Нет! Ну тут, ребят, да. Не надо было мне притормаживать, надо было ехать и все. Я бы лучше бы заехал бы туда, наверх, чем носом, как говорится, вспахал парабрик. А по итогу. Ой-ой-ой-ой, вот здесь вот. Ну я уже специально просто не стал, ребят, подгазовывать. Вот это вот огромная, ребят, проблема для моего байка. Просто огромная проблема. То, что... Какое место? Второе. То, что он на этих мостиках очень высоко подпрыгивает. Прям вообще нереально высоко. Магнит-ускоритель фляг.
Ладно, весенний город, день чудесный. Я попробую сейчас прокатиться на... Кстати, по поводу прокачки. Угу. Так, фуру нашу мы еще немножко прокачали. Кстати, а может быть весенний город проехаться именно на ней? А почему бы и нет-то? Ой-ой-ой, маслкары там, смотри. Как они лихо начали. А как я лихо-то лечу, а ты посмотри. Просто сказка, ребят, просто сказочка. Ты посмотри на меня. На одном дыхании, если честно. Да, опять 4 гонки. Вы издеваетесь, что ли? Да уже третья подряд трасса с четырьмя этими гонками. Опа, опа. Ну, здесь, понимаешь, не было у меня, ребята, выбора особо сильного. Поэтому пришлось ехать на полускоростях. Слушай, ну вот тут вообще такая битва у нас. Кто все-таки займет первое место? И, конечно же, это, ребята, я. Порвал просто два маслкара этих. Причем на изи. Я раньше думал, ребят, что за маслкары? А вы знаете, такая есть Hot Wheels? Игра там, гоночки. Вот там вот маслкары обычно гоняют. То есть это... Ну, действительно, гоночная машина. Это не просто там какая-то хухры-мухры. Он там объезжает, а мы с тобой просто перелетаем все. Так что вне конкуренции. И последний у нас забег. Называется он уклон. Давай посмотрим, как у нас получится уклониться здесь. Я подобрал, успел я взять горючее. Я считаю, что я еду вообще шикарно. Поддерживая скорость, плюс при этом еще вот это вот парируя в воздухе. Шикарно. Так, дай-ка я, наверное, вот это вот открою. А монетный ускоритель, да? Так, а здесь магнит, колесный ускоритель. И последний сундук здесь у нас. Зимние шины и ускоритель дым. Песок в купальнике. Слушай, я думаю, что песок в купальнике можно тоже попробовать проехать на фуре. Потому что здесь 100% будет... Ага. Ёпарасоте, ребята. Ну, повезло, что фура просто разломала это все к чертовой бабушке. Ай-яй-яй. Ай. Ты заедешь? Нет, ну как же так-то, ребята? Ну это, конечно, да. Оплошал, короче, я, грубо говоря. Не смог заехать у меня грузовичок в этот подъем. И только лишь поэтому я эту гонку и уступил. Давай посмотрим, что у нас будет. Ну, баги, понятно, баги тут. А вот что формула здесь хочет? А, это не формула, это... Смотри, как у нас получилось круто. Просто там перелетели с тобой одну возвышенность, и все, ребят. И вот оно, первое место. Тут мы даже с тобой баги переплюнули. Ну и, соответственно, спорткар тоже. Твою налево, лучше тут так сделать. Ты посмотри, супердизель поднялся. Да ты заезжай, это ебарство, ты, блин, рейд. Ну ты рано слишком нажимаешь на притормаживание. Все, короче. Фигней начал заниматься просто-напросто, ребят. Уступил абсолютно всем. И по итогу, ребята, у меня второе место.
Ну, тут сам виноват, конечно. Нафига так надо было делать, не понимаю. Кубок езды по ухабам. Что-то мне этот грузовик понравился. Сейчас я опять всю гонку на нем прокатаюсь. Ой, это же по ухабам, это... Хотя, ты знаешь, ну, в принципе, ребят, неплохо. Я думал, будет хуже. Я уже что-то немножко там очканул на самом начале, когда врезался, но нет, она справилась, слава богу, это тачаночка наша. У нее плюс в том, что она очень много расстояний просто перелетает. Она не едет каждую кочку вот так вот, она перелетает сразу несколько там, 2-3 кочки, соответственно, на этом мы экономим, не теряя скорости. Что там, чувачок, разбился, что ли, или что? Оу-оу-оу-оу. Блин, ребят, ну скверно сейчас было, конечно. Очень скверно. Так, крылья, ускоритель дым. А здесь у нас магнит, ускоритель фляг. Это для маслкара и топливный ускоритель. Глубоководная езда. Мы, кстати, вот под водой очень мало, по-моему, ездили на фуре. Надо протестить, как она себя чувствует под водой. Ну, пока вроде бы. Да. Просто мы перелетели. Надо учитывать то, что на тех машинах, где мы обычно приземляемся, в нужное место, на этой фуре мы просто-напросто пролетим. Вот это вот такая вот отличительная, блин, скажем так, черта. И можно голову, ребята, бомбануть. Или вот так дебильно просто перевернуться. Так на каком-то, просто на каком-то корале. Все, короче, ребят, последнее место у меня здесь будет. Так, подводную лодочку мы проехали. Сейчас на бочке, да? Как раз, да, на бочке приземлились. Но даже если мы здесь с тобой каким-то чудом займем первое место, если мы займем, то 3 балла ничего не решат абсолютно. Да, ребят, 3 балла здесь вообще не котируются. Это последнее место. Даже вообще никакое не место. Ну что, давай попробуем на маслкаре погонять. Блин, почему как я только начинаю гонять, у меня сразу самая дурацкая трасса выпадает. Да, и еще на маслкаре у меня ничего не прокачано в плане. Нету каких-либо ускорений или еще что-нибудь в этом роде. Ну, поэтому нам противников, наверное, дали тоже не прокачанных. Так бы они на меня бы даже смотреть не стали бы. Мне нравится, как она стартует, аж с таким, с пламенем прям. Так, ну нормально. Да твою-то, ну куда ты, ну Рейчик, ну господи, ну. Ну что же ты там по скорости-то потерялся, это бедняжка ты, а? Давай, 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 наяривай. Есть, молодец. Так, а я что там, я себе еще и спойлер там воткнул. Ну додумался, Рей, спойлер-то нафига ты там напялил-то его. Ё-моё, надо его снять. Нам прижимнуха, она здесь как бы, ну, если честно, она вообще нам здесь не нужна. Ну зачем нам прижимуха? Эту тачку, насколько я помню, особо сильно не швыряет. А может быть, ее не швыряет из-за того, что на нас как раз стоит прижимуха? А если я ее уберу? Не знаю, что тогда получится. Так, когда видео? Когда видео? Сегодня, наверное. Наверное. Так, что я хотел? А чего я хотел? А, я хотел посмотреть. Я хотел посмотреть, что у нас. Оу, так у нас еще открылась, ребята, одна ячейка. Ну так это вообще шикардосик. Что можно сюда поставить?
Можно поставить колеса, можно поставить крылья. Будет ли от этого толк, правда? По идее, разгонка у нас сразу же увеличивается, да? Логично. Логично. Так, ну давай спойлер тогда еще повысим. Увеличит прижимную силу в воздухе. Я думал, она стартует с огнем. Ребята, она стартует, потому что у меня ракета стоит. Вот она почему стартует у меня так резко и быстро. После успешных переворотов. Ну, это, я думаю, не особо мне нужно. Попробуем так. Ребят. А, тут у нас еще есть возможность даже прокачать. Для наилучшего ускорения. Угу. Ну, слушай, чувствуется, ребята, как бы, я не знаю, ну, скорость есть. От чего зависит, от колес или от того, что мы с тобой прокачались чуть-чуть? Даже тебе не скажу. Ну, моща есть. Она ощущается прям сразу же, с первых секунд своего старта. Ну, ракету не использовал, конечно же. Ай, ладно, и фиг с ним. Хотелось бы получить топливный ускоритель. Ну, на худой конец монетный ускоритель тоже бы сгодился. Ну, пока и так неплохо. Круто. Угу. Так, давай-ка мы управление в воздухе, амортизаторы прыжков. Тут осталось-то, друзья мои, совсем чуть-чуть, и трасса била у нас. Не, можно было, конечно... Можно было... Так, маневр 500. Фига! Опять этот барахольщик со своими прыгунками. Почему-то я их терпеть не могу, ребят. Я не могу терпеть, когда чуваки на попрыгульках и когда на реактивных ускорителях. Не знаю почему. Почему-то меня вот они раздражают больше всего. Там еще чувак на мотороллер едет. Я уж тут не стал сильно выпендриваться. По минималочке еду. Ну, я имею в виду на скоростях. Ну что, все прекрасно. Все просто замечательно. И у нас последняя заключительная гонка. С идеальным стартом. Воу. Этот начинает разгоняться, я смотрю за ним, наблюдаю, ребят. Но, судя по всему, у него либо не прокачаны попрыгульки, либо еще что-нибудь. Он, короче, отстал где-то. Причем очень хорошо отстал от нас. Да. И, по-моему, у него, ребята, у него крыльев там не было. А, по идее, на него должны ставиться крылья. Так, маневр 500. Защитная арматура, колесный ускоритель. Проедь 1700 на автобусе в сельской местности в приключении. Ну что, поехали опять на маслкаре. Фигово, фигово стартанул. И кактусы для нас это как бельмо на глазу, да? Ауч, ауч, каждый кактус, ребята, каждый кактус поцеловал твою налево. Ну, тут вы все сами прекрасно видели. Вообще отвратительно, отвратительно. Проехал гадский. Давай тут еще, блин, мне хандрагу, блин, будешь гнать. Этот попрыгучий будет, я смотрю.
Ролейка-то. А тот вообще на крыльях летит. Да чтоб ты перевернулся, гаденыш. Так, ну у нас еще одна гонка. Сумасшедший заезд. Не ХКР-ка, а ККМ-ка там с этими со своими крыльями бесявой тоже. Это она сейчас, походу дела, на ускорителе проехала, да? Ну, скорее всего. Темные дороги. Темные дороги. Давай попробуем. Давно не катался. Ну да, вот с ее прыгучестью, конечно, друзья. Я же еще тогда говорил, зачем я, блин, поставил крылья. Их надо убирать. Если бы она бы летела бы чисто вперед, а не вверх, конечно, было бы, ребят, намного лучше. Но тут постоянно приходится, ребят, скорость терять. И вот это вот нажимать притормаживание постоянно. Ну ладно, пока 1-1. С тем, кто занял там первое место. Ну, сказать повезло, это не сказать ни о чем, ребят, вообще. Ну давай, еще тут прям перед финишем, блин, сфейлься мне. Прекрасно. Очень даже хорошо проехали. Ну и у нас магнитная цепь. Что нам взять для прохождения магнитной? Да давай, наверное, просто на раллийном авто проедем. Не будем тут, как говорится, изобретать велосипед. Старый способ. Они куда-то там все в Поднебесную улетели, да? Опа, 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 опа. Он захотел папу, да, наказать. Но наказал сам себя. Но наказал он сам себе. Папа у нас непотопляемый здесь. Давай я вниз. А он типа про Думана врубил, что ли, да? Ну так иди тогда, знаешь, куда? Толчки, мой продуман. Не дорос еще, блин. Еще, как говорится, молоко на губах не обсохло, а уже лезет он вперед папы. Давай-ка. Ты достал, он все время, ребят, вперед вырывается, а? Что у вас там не получилось, ребяточки, да? Ой, вы все врезались там. Какая печалечка. Я смеюсь тебе в лицо. Сейчас бы да выпендривался. Все прекрасно, друзья мои, все очень даже хорошо. Ну что, нам остается, наверное, раз, два. Ну где-то гонки три, наверное, я так думаю. Еще в запасике у нас есть. Подожди, а что там за трасса? Блин, горный кубок. Горный кубок. Давай попробуем проехаться на... Супер... Ой, горный кубок, это же горы, ребят, ну... Какой, блин... ладно, фиг не делать. Блин, ну с горами, конечно, это... Но это не наш конек. Хотя, ну, проехали хорошо, но это первая гонка, ребят, так что... Не знаю, каким-то чудом повезло нам.
Ну, баги, да, баги, ребят, тут начинает напрягать чуткаря. А вот здесь, как говорится, выиграет тот, у кого крутые колеса. Еще и горючка начала кончаться. Ну, мы, нам успеем. Мы, нам хватило. Нам хватило, мы успели. Так, ну что, вниз пойдем, наверное? Ой-ой-ой-ой-ой, как же тебя сейчас размотало-то, а? Ну, вставай на колеса. Нет, ребят. Нет, нет, еще раз нет. Но, тем не менее, первое место. Столичный кубок. Ну, я, наверное, опять же поеду на суперкаре. И я смотрю, тут не один такой, да, делаш. Ну ты посмотри, он врезался. Он врезался, ребят. И еще при этом меня нагнал. Хотя он потерял скорость бешено. Где справедливость-то? Скажи-ка мне на милость. Я не хочу туда ехать. Я целенап... Офигенно, блин! Он там врезался еще... Так, давай попробуем так. Да с какого фига, блин? Этот дермантин, блин, приехал первым. Я офигею, блин. То есть меня и его через, как говорится, одно место киданул, блин. Пипец, у него, ребята, сработала эта фигня, а я все. Я последним. У меня ни хрена не сработало, мало того. Еще и последним приехал. Ну что, лес у нас там, по-моему, да? Нет, не лес, ребят, опять горы, блин. О, ну заезжай! Красавчик. Так, давай-ка мы здесь. Да куда ты, твою, налево едешь-то? Ну, баран ты тупорылый, а? Да чтоб у тебя горючего не хватило, а? Ушлепок. Нет, ему хватило горючего, потому что, ребята, он только что его подобрал. Что это вообще за машина? Что за машина, вот я спрашиваю тебя? Раллийное авто, что ли? Непонятно. Давай попробуем здесь хоть не обделаться. Да, на такой машине было проблематично. Все, короче. Все. Докатался. Последним, ребят, приедем. К сожалению. Да не то, что последним вообще, по-моему, нас не будет здесь. Нас в этом списке не было. Проехал просто омерзительно. И омерзительно это еще, ребят, комплимент. Давай, давай. Ой, это я вспомнил, ребят. Тут надо аккуратно. Вот так вот. Потому что сколько раз было, мы ехали на всех скоростях, потом врезались в это бревно. И там уже на глушняк. Я даже газовать не буду здесь слишком сильно. Ну так вот, аккуратненько. Как в аптеке. Как в аптеке проходим. Ну что, друзья мои, Кубок Федерации — это у нас последняя гонка.
Это кто там? Это баги там у нас, да, шпарит первым. Ты посмотри, ты посмотри. Все щеглазады и проехали, а Рейчик... Рейчик не проехал, нифига. Зато он перелетел. Он не проехал, но перелетел, ребят. Все, что только можно и нельзя. И это дало мне победу здесь. Судя по всему, сейчас будет последняя гонка, да? А, нет, ребят, все. Все, мы получили с собой кристаллы. Отметка у нас сделана. Так, ура, я легенд. Привет всем, привет. Так, ну что у нас еще, ребят, остается? У нас остается в приключениях. Все вроде бы сделано. А что-то у нас в приключении... А нет такого, как там по... Подожди, по кубкам. Сельская местность, сельская местность приключения на автобусе. Сельская местность. Вот. На автобусе проехать 1700 метров. Ну-ка давай попробуем. А-а-а, нафига мне? Сейчас нафига надо было делать? Я вообще не понимаю, что это такое сейчас было? Да какой тр-тр? Да, конечно, горючее кончится, ребят. Внутри, конечно, нашел, что поставить себе на автобус. Да ей ты, господи, нормально, зачем ты... Ой, дурак, а. Да, блин, вместо того, чтобы... Все, короче, я... Нафиг. Надо поставить другой чем-то. Ну, что это за... Нашел, что, ускоритель плюс вот эта фигня. Да давай ты уже проигрывай, блин. Конечно, топливо кончилось, блин. Конечно. Додуматься до такого. Ну, подожди секунду. Сейчас. Вот он, автобус. Это убираем. Это убираем. Нафиг мне это вообще нужно. Поставим вот так. Наверное, и вот так. Так, у нас автобус повысил мощность. Значит, мы еще можем сделать... А у нас колес нету, да? Ну давай монетный ускоритель я еще добавлю. Так уж и быть. Все. Попробуй, ребят, проехать 1700. Оу! Не то. Какой, во-первых, какой на... Вы что делаете, блин? Вы что... Туплю. Просто жесть, ребят, как туплю. Я сдался, я отъехал, блин. Трындец просто. На автобусе. Автобус же должен был у нас в приключениях ехать. Да ладно, это мелкое хмырье еще и... Еще и за... Прикинь, там еще и запрыгивает наверху. Попрыгулька вшивый, а? Давай посмотрим, как он здесь будет прыгать. Уж очень мне хочется, чтобы он тут попрыгал. Но где ты там, попрыгуля? А чё ж ты не прыгаешь-то, гнида? А? Чё ты свои прыгульки-то не врубаешь? Вшивый. Кто ж знает, что тебя тут раскатает, блин, по полному. Чё, вот это сейчас что такое было, ребят? Как они, блин, вшивые уроды попадают на эту попрыгульку? Я не могу попасть, они все попали, блин, на нее.
Чё за дебилизм, блин? Молодец. Попал, но не долетел. Да у меня нет слов просто-напросто. Этот идиотизм. Ну хоть здесь первым. Надеюсь, обратно? Да, обратно, ребят. Так, ну что, я хотел в приключениях, блин, на автобусе проехать 1700 метров. Не уверен, что получится, но я попытаюсь. Сложно как-то. От этого я пока не отстаю. Если бы снять бы эту верхушку бы с нас, ну, кузов вот этот бы, нам бы, наверное, было бы попроще. Так, у него так уже нету лично этой верхушки. А у нас все еще есть. Все, мы ее лишились. У минус один там. Хуй. Ядрен матрен. Дорадовался. Ай, все втроем там легли, рассыпались. Так, ну что, друзья мои, на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.